добрым утром, Голди. Меня зовут Парень, и я живу во Фри-Сити. Тут есть все, что мне нужно. Кроме одного. Эй! Извините. Приятель, а ты не думал, может быть, в мире есть нечто больше? Больше, чем что? Чем наша ежедневная рутина. Не думал ни разу. Сегодня все будет иначе, Голди. Что высматриваем? Ты кто? Мы недавно с вами на улице столкнулись. Как ты нашел меня? Я ждал вас рядом с поездом убийцей. Парень, надо поговорить. Я не знаю, как это еще сказать, но этот город — это игра. Я хочу тебя поцеловать. Это странно? Услышь меня, ты не настоящий. Прости, кто тебя поцеловал? Парень. Но там нет такой кнопки. Он нашел все кнопки. Приятель, но если мы не настоящие, значит, все на свете не важно? Я сижу здесь, напротив, мой лучший друг. И я пытаюсь его поддержать, если это не настоящее. Но тогда извини. Милли, я знаю, что наш мир просто игра. Но кроме этого мира и этих людей, у меня больше ничего нет. Спасибо, парень. Кто же он такой? Этот колоритный персонаж видеоигры Фри-Сити обратил на себя внимание своими хорошими поступками. Вау! Парень в голубой рубахе? Вы абсолютно правы, но он это или она неизвестно. Этот урод испоганил мне всю игру. Да мне плевать, хоть он трижды Арнольд Шварценеггер. Терминировать. Мы такие молодцы. Парень, через 2 дня эту игру выключим. Весь этот город исчезнет навсегда. А вдруг мы его спасем? Круто было? По-моему, круто. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Мы тебя любим, парень в рубахе! Уважуха! Спасибо, осторожно там! Хорошие были ребята.